Доброе утро. Доброе утро. Присоединяйтесь, пожалуйста. Доброе утро. Пишу тему нашего прямого эфира. Доброе утро. Присоединяйтесь, пожалуйста. Я хочу представиться. Меня зовут Хмелева Наталья. Я шеф-кондитер, наставник кондитеров, экспертов и всех тех, кто хочет зарабатывать на высокий чек, правильно себя позиционировать, создать правильный ассортимент и правильно его подавать и продавать. Присоединяйтесь, пожалуйста, буквально минуточку, и мы с вами начнем. Сегодня я в прямом эфире приготовлю вот такого красавца. Это шпинатный рулет с малиновым конфи и сливочно-сырным кремом. Как меня видно, слышно, пожалуйста, напишите. Видно ли, слышно меня? Дайте обратную связь, пожалуйста. Немножко с отставанием. Так. Проценты вижу, сердечки, все это есть. Видно, слышно, значит, начинаем. Не будем терять время. Спасибо за поддержку, мне очень приятно. Я в прошлый раз не смогла выйти в этот прямой эфир, меня Инстаграм не пустил, я очень расстроилась. Птичку, пирожную птичку, ту самую любимую, которую вы можете найти на моей страничке. Благодарю, спасибо, Света. Благодарю. Хотела готовить птичку в прошлый раз, свою любимую, самую вкусную, мой лид-магнит. Кстати, можете найти у меня на страничке в таплинге, это совершенно бесплатно. Но Инстаграм не захотел меня пропускать, но сегодня все хорошо. Угу, да, спасибо, я очень рада. Напишите, пожалуйста, знаете, не знаете, знакомы со мной, нет, с моими десертами, откуда вы, ваши вопросы, я обязательно в конце отвечу. Давайте, мы не будем терять время. Потому что у нас достаточно объемный десерт, это шпинатный рулет. Очень необычный десерт, я думаю, что вы знаете, что есть шпинатный тортик, а я из шпинатного тортика переделаю шпинатный рулет, сделала это тесто более пластичным за счет добавления растительного масла. С этим десертом я проводила мастер-класс в Германии, выездной мастер-класс, и немцы очень любят шпинат, но они его используют в качестве закуски, в качестве второго блюда, но никак не десерта. И было такое, знаете, удивление, красный бархат все знакомы, очень красивый, красный, а вот зеленый, это тоже было накануне Нового года, Москва, угу, благодарю. Пишите, пожалуйста, для меня важна обратная связь. И когда я начала готовить шпинатный, вы знаете, был такой момент настороженности, что же это будет, да, это никак не ассоциируется с десертом. Но когда приготовили, это очень зашло, девчонки, до сих пор готовят шпинатный рулет, это один из любимых. Шпинатный рулет обожает моя семья, очень любит дочь, очень любит брат, хотя он десерты практически не кушает. Очень полезный десерт, хочу сказать я вам, вы сами убедитесь, потому что здесь 200 грамм шпината, 200 грамм, представляете, то есть получается, что это овощной рулет. Сахар вы можете заменить либо кокосовым, если уже говорить о пользе, да, этого десерта, ну, либо темным сахаром, либо кто готовит с сазамами. Я готовлю классику, обожаю классику, училась на ПП, но это вообще не моя тема. Частично вот в рулетике я это передала, свое обучение. Ага, замечательно. Птичка есть, птичку прям забирайте, есть таплинки, переходите. Девочки, если можно, я уже одела перчатку, кто меня знает, напишите ссылочку на мой профиль, кому не сложно, в перчатке не очень удобно писать. Начинаю готовить. Давайте, рулетик я пока отставлю, периодически буду показывать, потому что люди будут присоединяться и спрашивать, что мы готовим. Готовим его, шпинатный рулет. Почему рулеты? Потому что рулеты – это огромная возможность приготовить, заморозить и перед Новым годом отдать. Я вообще про бизнес, потому что я сотрудничала с сетью кофеин. Я была шеф-кондитером в лучшем ресторане нашего города. Потом я ушла в онлайн, это более интересно для меня, да. Я больше творческий человек, нежели такой поточный, рутинный, одно и то же делающий. Поэтому рулеты мы уже готовим сейчас. У нас есть 3 недели на заморозку. 3 недели – это такой срок, когда рулет у вас не вымерзает, в нем остается, ну, не рулет, вообще пирожные, резные, все что угодно, оставляет свои самые лучшие качества, ну, и, собственно, мы можем передать своему клиенту.
Очень просто, формы не нужны, нужен только противень, понятные продукты, не нужно выравнивать, вы сами убедитесь, минималистичный декор, в общем, я за рулетом. Спасибо, Светочка, благодарю. Что мне нужно для приготовления рулета? Ну, собственно, конечно, шпинат нужен. Можно брать свежий шпинат, но сейчас, насколько я знаю, не сезон шпината. Я беру замороженный, то есть ваши возможности, они не ограничены. Замороженный, он, знаете, такой немножечко темноватый, то есть зелень такая, как немножечко, как морозцем прибитая, да? Если мы берем шпинат свежий, он такой нежный-нежный. Вот здесь замороженный шпинат, он такой очень насыщенный, даже немножко желтизной идет. Но это не помешает. У нас, собственно, елка, она тоже такого цвета темно-болотного. Поэтому это все в тему, все в копилочку новогоднюю. Что у меня здесь собрано? Собственно, был замороженный шпинат в таких вот, знаете, кругляшочках. Продается в любом супермаркете. Вот в ближайший просто покупаете, вам нужно всего 200 грамм на одну порцию. Но я не готовлю одну порцию никогда. Я за объемы, за бизнес, за то, что вам заказали, это не один торт, я пошла, купила продукты, приготовила. А я готовлю сразу несколько. Вот в мою дежу у меня миксер KitchenAid. Помещается 3 порции рулета. Я готовлю сразу 3. Это очень удобно. Вы все замешали, раскидали. И духовочка у меня, покажу, у меня Onyx, она позволяет отпекать, сразу 4 порции. Да, там 4 противня. Потрясающе. Все мои девочки, которых я обучаю, ну не все, но большая часть, да, кто хотел обновиться, купить технику хорошую, купили Onyx Anna. Советую. Отпекаю все, как вы увидели, рулет украшен макаронцами. Макаронцы тоже делаю, отпекаю сразу на 3 противнях, готовлю макарон в форме сердец, это мое такое УТП, да, уникальное торговое предложение, все делают круглые, я делаю сердечки. Вот. Давайте вернемся. Значит, здесь у меня в чаше блендера, в мельничке, шпинат замороженный. Ну, его нужно немножко, знаете, ну, хотя бы часа полтора, чтобы он не совсем мороженый, вы просто технику убьете, да? Дальше, здесь лимонный сок, цедра лимона обязательно, чтобы у нас, знаете, такая нотка была очень интересная. И здесь же растительное масло. Обязательно сок, почему? Потому что если без сока, при термической обработке шпинат будет терять свой цвет, он будет вообще такой желтый, какой-то некрасивый. Также, когда мы варим с вами капусту зеленую, брокколи, да, тоже мы добавляем кислоту, либо очень холодную воду. У нас здесь термическая обработка, поэтому лимонный сок, он держит цвет. Еще раз, шпинат мороженое, растительное масло, цедра и сок лимона. Я все перебила, у меня получилась такая кашица. Отставляю, то есть это наши жидкие ингредиенты, так называемые. Дальше, сахар. Сахар и 2 яичка. Рецепт обязательно будет, я в конце закреплю, оставлю. На одну порцию, на один рулет у меня идут 2 яйца и 150 грамм сахара. Скажите, вам так видно, либо мне нужно, мне, наверное, лучше телефон наклонить, чтобы было вам более понятно. Вот так, да? Фокус на стол, так будет лучше, я думаю. Спасибо. Спасибо за обратную связь, для меня важно, пусть я там где-то буду без верха, но вы будете фокус держать на том, что мы готовим. Значит, яйца, сахар, это я буду хорошо взбивать до пышной пены. Что важно, когда мы готовим бисквиты, рулеты, для нас важна подушка. Если я правильно взбила яйца с сахаром, у меня будет хорошая пышная основа. Если я там, ну, что-то вроде бы взбила, но не до конца, у меня бисквит, рулет, это все будет очень рыхлое. Спасибо, благодарю за обратную связь. Взбиваю яйца, сахар до плотной пышной массы. Кто присоединяется, мы готовим шпинатный рулет. Теперь мне нужны сухие ингредиенты. Здесь у меня мука. Я добавляю соль. Соль добавляю везде. Добавляю в кремы, добавляю в бисквиты, в ганаши. Потому что, во-первых, соль, она дает вкус, она уводит от сладости и лучше раскрывает вкус продукта. То есть соль, это не всегда просто просоленая. И сюда же 10 грамм разрыхлителя, сухие ингредиенты добавляю.
хорошо перемешала. И у меня будет такая основа. Сухие, жидкие и яичная масса. Я пока включу духовку. Отпекать буду на 160 градусах до готовности. А почему я никогда не говорю время отпекания? Потому что у всех у нас разная техника. У всех у нас разные... кто-то поставил выше, кто-то ниже. Кто-то отпекает на конвекции, кто-то без. Поэтому мы будем отпекать до готовности. Мы по кончикам, вот по окантовке поймем, что наш рулетик готов. Я обязательно покажу, как он должен выглядеть, включая духовку. Мы ставим разогретый. У меня такая моя любимица Unex Mulexana, еще раз покажу, потому что всегда очень много вопросов по ней. 4 противня. Сори, она может быть не очень свежая, не очень идеально чистая, но чтобы было представление и понимание. 4 противня. Пользуюсь уже 4 года. Вот, просто благодарна. Яйца взбились. Смотрите, вот должна масса побелеть у нас, стать более выбеленной. Конечно, яйцо не взобьется, как меренга, да? Но масса увеличилась, а ее стало больше. Да, спасибо. Выбелилась, стало больше. И в эту массу я сейчас буду добавлять поочередно сухие жидкие ингредиенты. Мука и плюс наш шпинат. Я постараюсь добавить муку, потому что если я в яйца добавлю жир, а у нас в шпинате есть растительное масло, то масса осядет. Пусть она осядет немножечко в конце, чем в самом начале. Поэтому в начале муку. Немного сбавлю скорость миксера. Можно ложечкой, ну вот я через край пересыпаю. И в конце я добавляю нашу шпинатную массу. 200 грамм шпината. Это просто, ну скажем, мечта спортсмена, наверное, так сказать можно. Лопаточкой все остальное убираем. И моя цель уже здесь не взбивать, а просто перемешать. То есть взбиваться, собственно, уже нечему. Взбить нужно было хорошо яичную массу, а все остальное мы уже в конце перемешиваем до однородного ровного состояния. Все, масса готова. Рулет готовится очень быстро, очень просто. Вот, знаете, я раньше очень сильно заморачивалась на продуктовой линейке, на ассортименте. Потом, когда я посотрудничала с сетью кофеен, я поняла для себя такую истину, что людям это не надо. Это нужно мне, да, это мои амбиции, что я учусь, я много училась. Ну и, соответственно, все, что я учусь, я это отрабатываю и должна это людям отдать, передать, познакомить их с новыми вкусами. Я скажу так, что люди идут на привычное, знакомое с детства, на вкусы, знакомые с детства. Давайте я пока рулетик отставлю наш шпинатный, да? Ну вот минималистичный декор. Я всегда делаю макаронсы, они всегда... Да, эфир сохраню. Они всегда есть заморозки, макаронсы, это декор для тортика, для... Ну, чего угодно. Их очень часто много заказывают. Уберу пока, чтобы не таял. Я поняла, знаете, что людям нужны понятные вкусы. Наполеон, медовик, шоколадный. Ну, где-то мы там уже вводим красный бархат, меренговый. Но если нету классики, если с вами люди не знакомы, и вы начинаете сразу с вашего авторского, ну, такая себе история.
это может не пользоваться спросом и популярностью. Поэтому классика, конечно, и понятные вкусы очень актуальны. И то, что просто. Вот шпинатный рулет, пожалуйста, просто. Вот почему на Новый год, да? Вы, например, делаете классику, какие-то там десертики, а взяли людям новогоднее предложение, такое что-то зелененькое, что-то новогодненькое, да? Вот как раз шпинатик. Но его, кстати, заказывают не только на Новый год. Просто я сейчас ушла в онлайн-обучение, мало готовлю, готовлю, ну, ограниченному количеству своих постоянных клиентов, потому что больше обучаю. Я эту маску, которую мы сделали, распределяю на противень. Сверху у меня пергамент. Пергамент я не смазываю. Пергамент очень люблю силиконизированные. А раньше макарон запекала на силиконизированном, потом со временем все-таки я купила тефлоновый коврик и поняла, что на чем отпекаешь, это очень важно. Поэтому тефлон у меня для макарон, а силиконизированный пергамент – это рулетики. Еще раз хорошо со дна все вымешиваю, чтобы у меня не было белых таких вкраплений. И, собственно, распределяю на противень. Обычный, ну, у меня бутоны сана, она считается полупрофессиональной техникой. А у кого домашняя духовочка, пожалуйста, в своей домашней духовке. То есть количество ингредиентов позволяет отпекать и на домашней духовке. Перерасчет делать здесь не нужно. С помощью шпателя выравниваем нашу массу. Вот такая она зелененькая, новогодненькая. Очень необычная. Вот прям советую приготовить. Вообще в курсе, в интенсиве, который будет, о котором я сегодня хочу рассказать, я буду готовить 5 рулетов. 5 рулетов. У нас будет красный бархат с малиной. Будет у нас морковный с вишней. Я очень люблю базу десертов. Например, на основе морковного с вишней вы можете приготовить свекольные, вы можете приготовить тыквенные. На моей страничке, кстати, они есть бесплатно, в рилсах. Зайдите, посмотрите. Возьмите для себя, попробуйте, приготовьте что-то необычное. Дальше у нас будет шоколадный с ананасом. На основе заварной технологии приготовления рулета у нас будет миндальный с абрикосом. И медовичок с карамелью. Очень вкусно. Вот прям советую. В этом году курс будет стоить 3500 рублей с моей обратной связью, поддержкой. Это видеорецепты и техкарты. Вместо 5500 рублей. Поэтому, кому актуально, кто хочет попробовать что-то новое, необычное и не замороченное, в отличие от тортов, приглашаю. Я распределила все по поверхности. И сейчас буду убирать духовочку. Духовку грею на 160 градусов. Поставила, буду ставить в хорошо нагретую духовку. И до готовности. Готовность вам покажу, потому что к эфиру я готовилась заранее. В течение часа, конечно, отпечь, остудить, собрать, декорировать, ну, достаточно сложно. Потому что все мы знаем, на десерты требуется какое-то время. Нужна стабилизация. Где-то нужна заморозка, да, вот, поэтому убираю отпекаться 10, от 10 до 15 минут, в зависимости от вашей техники. Рулетик я убрала, сразу готовлю лист, еще один листочек, потому что рулет после того, как он будет готов, мне нужно будет его перевернуть. Покажу, как безопасно переворачивать рулет. Я переворачиваю вот так вот быстро раз, и чтобы он у вас не развалился в руках, чтобы вы его в пути не потеряли, я покажу, как можно сделать это легко. Пергамент пока мне не нужен, я его отставлю. Рулетик, который я отпекла заранее. Вот такой он зелененький. Такой он еловый, можно сказать. Смотрите, краешки у него, они зарумяненные. Вот по всей поверхности видно. Угу. Краешки зарумяненные. Вот это уже показатель, что с рулетиком все нормально, что он пропекся, допекся.
и такая вот, ну, коричневая немножечко, да, в разрезе, когда мы завернем, и внутри, да, когда мы сковернем, он будет зелененький, но чтобы он отпекся, вот он должен быть немножечко такой вот подрумяненный. Сейчас я сделаю пропиточку. Да, я опекаю на конвекции. Вообще я все готовлю на конвекции. Макароны готовлю на конвекции. Даже эклеры опекаю в Оноксане. Все на конвекции. Конвекция в Оноксе неотключаемая. Вот это, ну, не то что минус, а я поняла, что это плюс. Я когда делаю куличи, например, в Оноксе и делаю в домашней, я понимаю, все то же самое, то же тесто, та же температура. Тоже включаю конвекцию, да, и я понимаю, что здесь они прям, вот такие, да, а в домашней они более такие скромные, поэтому, если технику, прям советую, будьте добрым словом вспоминать. Я сейчас делаю пропиточку, пропитку делаю классическую, сахар-вода. У нас есть классический рецепт пропитки, это когда мы один к одному берем сахар и воду, например, там 50 грамм сахара, 50 грамм воды. И уже к этой пропитке мы добавляем что? Сейчас вам покажу, что у меня тут есть. Мы добавляем, например, но это не для этого рецепта, добавляем кофе-пасту. Кофе-пасту готовлю сама. Рецепт у меня есть в ленте, в рилсах, зайдите, возьмите. Слушайте, не открою, вот она так немножко подсхватилась. В общем, это основа для шоколадных десертов, для того, где уместно кофе. Такая жиденькая, классная, один раз сготовили, вам на год хватит. Очень экономичная, с маленьким расходом, кофе-паста. Кремы, бисквиты везде, в тирамису тоже можно. И, соответственно, эту основу, эту пропиточку, ее можно разбавить чем? Например, ванилью можно, кто сюда сгущенку добавляет, кто цедру лимона, лайма добавляет. В общем, это такая база. Рулетики я пропитываю, чтобы они у нас не трескали, чтобы не были сухими. Рулетную линейку десертов я ставила на аутсорсе. Это когда шефы приглашают для постановки линейки десертов в заведение. Я ставила в кондитерской. Хочу сказать, что самый-самый популярный – это был красный бархат. Я ставила шпинатный, красный бархат и меренговый. Меренговый – это единственный рулет, который в моей коллекции десертов не замораживается. Вот чтобы оставить его нежность, его вот это вот такой хруст, да, вот этой корочки. Я вижу, что кондитеры замораживают, не кондитеры, а производство. Но это уже совсем другая технология, это уже невкусно. Там забивается мукой, и там уже белка практически нету. И вот красный бархат очень хорошо нашел, шпинатный тоже, морковный. Люди так немножко, знаете, настороженно к морковному относятся, но когда пробуют, понимают, что это очень вкусно. Я отпекла его вчера, накануне. Я думаю, что у нас получится его завернуть. Обычно, знаете, как я отпекаю, да, и сразу же заворачиваю. Вот, вот этот рулетик я отпекла позавчера, я его заморозила, вот прям пластом сверху накрыла и заморозила. Сегодня мы будем заворачивать. То есть рулеты – это возможность приготовить впрок. Как сами видите, вам рамки, формы, приспособления не нужны, только противень. Противень, миксер и все. Рулетик у нас поднимается. Сейчас вам покажу, что с ним происходит. Смотрите. Мы с вами хорошо взбили массу, яичную массу. Если яичную массу хорошо взбиваешь, то, соответственно, у рулета есть основа, есть подушечка. Ну, конечно, он еще не готов. Сейчас я приготовлю крем. Сделаю классический крем, сырно-сливочный, сахарной пудрой. Сейчас гляну время, чтобы она с вами все нормально успеваем. Буду готовить крем на сливочном сыре. На творожном сыре, у нас сливочный сыр, один маскарпоне, да, творожный, это, собственно, все остальные сыры. В пропорции 300 грамм сыра, 200 грамм сливок, ну и по вкусу сахарная пудра, любите вы послаже, любите менее сладкое. Если под заморозку, то мы добавляем с вами инвертный сироп.
А имбирный сироп, он дает возможность заморозить. То есть имбирный сироп это тоже сахар, но с возможностью заморозки. Он дает, знаете, такую вот тянучечку, да. То есть в тот же самый сырный крем его нельзя замораживать. Но если мы добавили имбирный сахар, он при нарезке рулет, да, вместе с кремом не крошится. А именно имбирный сироп, он дает такую тянучечку, да, такую пластичность. Если замораживаете в крем и добавляете вместе сахара инвертный сахар. Это прям такой лайфхак производственный, советую. Я иду за сыром, я иду за сливками и за сахарной пудрой. Еще раз, кто только присоединился, девочки, мальчики у нас, может быть, тоже есть. Готовим рулет шпинатный, зимний, новогодний, очень необычный, советую, 200 грамм шпината. Только польза, вреда никакого. Итак, что нам нужно? У меня сыр, я люблю креметы, я думаю, что многие на нем работают. Хороший, понятный. Я буду делать без верхнего крема, в рецепте я вам даю 300 на 200, это с декором. То есть рулетик можно минималистично декорировать. Я сегодня в сторис показала, как можно минималистично декорировать нейтральным гелем с добавлением, ну, например, какого-то фруктово-ягодного пюре. Это очень бюджетно. Вы взяли, например, 50 грамм малинового пюре, 50 грамм нейтрального геля. Вы все это нагрели, перемешали и на замороженный рулетик нанесли. Этого достаточно. Глюкозный сироп вместо имбирного нет. У них немножко разное, разное предназначение. Да, вот именно имбирный. Глюкозный мы больше добавляем в карамели, да, а имбирный он больше идет в кремы. Прям вот постарайтесь найти. Кстати, имбирный сироп, у меня даже где-то был рецепт имбирного сиропа. Он вообще в доступе находится, вообще несложно, его можно самостоятельно приготовить. Смотрите, я вначале крем перемешиваю лопаткой, а потом взбиваю, потому что, чтобы нам разбить кусочки сыра, ну давайте сахарную пудру тоже сюда сразу замешу. Сахарную пудру очень люблю, роспаковскую, вот такую. Ее добавляю в макарон при приготовлении. Хорошая, килограммовая, понятная. Медом. Можно медом, но не в этом рецепте. Если мы говорим про возможность заморозки, у меда нету таких качеств, как у имбирного сиропа. Поэтому, пожалуйста, имбирный сироп. Вот здесь прям важно. Да, медом мы можно заменить, но не в заморозке крема. Потому что, если вы читали, вот даже... Нет, все-таки я возьму венчик, потому что дежа маленькая. В большой дежи так можно, а в маленькой нет. Сейчас я быстренько помою. Так, что-то я хотела вам сказать. Даже на самом сыре написано, что его замораживать нельзя. Поэтому в креме можно, если добавляем имбирный сироп. Сейчас вернусь, помою венчик и вернусь. Сейчас прям, знаете, вот еще минуточку, и рулетик будем доставать, он уже готов. А я пока взобью крем. В
Есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Может быть, что-то непонятно, что-то не поняли, что-то хотите спросить. Потому что у меня за 8 лет кондитерского моего искусства я прошла все. Домашнее, преподавание онлайн, офлайн. Сейчас, собственно, этим занимаюсь. Ухожу больше в наставничество, потому что это интереснее. В этом есть запрос, на это есть спрос. Я открывала свою кондитерскую студию, сотрудничала с бизнесом, работала шефом. А 2 дня назад проводила в своем эфире прямой эфир про то, как заработать, да, как правильно продавать. Вот прям можно зайти тоже посмотреть. Вообще на страничке стараюсь делиться не только интенсивами платными, да, что будет интенсив, но и достаточно много дают интересной бесплатной информации. Дам ссылочку на телеграм-канал тоже. Там тоже много чего найдете. Доброе утро. Присоединяйтесь, пожалуйста. Есть вопросы, пишите, я сниму перчатку, поотвечаю, сейчас не очень удобно. Кремушек просто взбиваю до плотного состояния. Для меня классика сырно-сливочный крем, это пропорции 2:1, да, например, 300 грамм. А, даже не 2:1. В общем, из расхода рулета я беру 300 грамм сыра и 200 грамм сливок, ну и грамм 50-70 сахарной пудры немножко. Взбиваю до плотного состояния, это без верхнего крема. Можно делать с верхним кремом, с декором, как вы хотите. Давайте я сейчас достану наш рулетик, мы его перевернем, я покажу этот лайфхак, трюк, да, как можно сделать безболезненно, чтобы не было страшно, чтобы нам его в пути не потерять. Беру салфеточки, две салфеточки. Смотрите, в каждой духовке есть 2 противня, да? Даже в домашней духовке. Поэтому на одном мы отпекаем. Вот такая зеленая красота. Прям не пугайтесь, это очень вкусно. Если в раз попробуете, но только лимон и цедра обязательно должны быть, иначе это будет очень нейтрально. А что я делаю? Оставляю его на противне, сверху кладу лист пергамента, накрываю листом пергамента, накрываю противнем. Накрываю противнем и просто переворачиваю. Просто переворачиваю. Я думаю, что многие вы об этом знаете, но, как выяснилось, знают об этом не все. Поэтому такой лайфхак. Перевернули. Сняли верхний. Убрали нижний. Нижний холодный. Все, и все у вас безболезненно, нигде у нас рулетик не потерялся, не порвался. Я переворачиваю быстро. Я беру за края, вот взяла за края, и так вот бжик, и все, и готово. После того, как я рулет перевернула, я снимаю основу. Снимаю пергамент, чтобы он не прилипал. Ничем не смазываю. Если у вас пергамент силиконизированный, то ничего делать не нужно, все и так хорошо отойдет. Рулетик должен остыть. Повторюсь, что вот этот рулет, который я сейчас буду собирать при вас, я его позавчера пекла, убрала в морозилку, заморозила. Я еще раз повторюсь, что я про бизнес, за то, что есть возможность, я делаю много. У меня есть курс нарезные пирожные, которые все под заморозку. Все под заморозку, потому что вы сделали, убрали в контейнеры, сейчас покажу контейнеры, в которых я храню. Убрали 3 недели хранить, и
Ваша фишка должна быть в том, что у вас всегда десерты есть в наличии. Здравствуйте. Есть в наличии, есть в доступе. Вот тогда про бизнес, когда у вас идет поток. С морозилки достали, 2 часа дефростировали, отдали. Мои клиенты знают, я им даю замороженные. Макарон замороженный, пирожный замороженный. Потому что они знают, что ничего страшного. Они приедут домой, их пирожные уже будут готовы. Мне, конечно, потребовалось какое-то время, чтобы людей к этому приучить, потому что считала, что заморозка, как замороженный десерт, что это? А я говорю, ребятки, замороженное это классно, потому что вы не знаете, сколько на витрине у меня это пирожное может лежать. Я не хочу его списывать, мне нужно его продать. Вот, поэтому заморозка это классная возможность. Еще смотрите, малиновая конфи. Если зимой я делаю малиновое конфи, оно тоже замороженное. Сейчас оно должно отойти, прежде чем я положу его на крем и буду закатывать, иначе у меня рулет порвется, если я положу замороженное конфи. А летом сезон, конечно, это свежая ягода, свежая малина. Сейчас ягода стоит дорого, поэтому используем конфи. Можно готовить на пектине, можно готовить на желатине, на крахмале. Здесь уже как вы хотите, да, ваше пожелание, ну и, соответственно, бюджет. Бюджет и чек. Сможете продать за дорого, делаем на пектине. Не сможете, значит, делаем на желатине и на кукурузном крахмале. Выкладываю наш кремушек. Моя любимая вот такая палеточка, я выравниваю тортики, вот где там нужно что-то, да, такая вот прям самая удачная, ну, не палеточка, но мастихинчик он правильно называется, да. Наношу кремушек. Вот этот рулет я сюда добавила сахарную пудру, поэтому я замораживать его не буду. Ну как, его, конечно, можно заморозить, да? Но просто кремушек, он может как не быть таким эластичным. Вот сейчас он эластичный у нас, да, крем? Вот я его могу прям выглаживать. А если его заморозить, то он будет у нас такими трещинками. Повторюсь, что рулетик вы можете целиком продавать, вы можете на кусочки делать такую ассорти нарезки из рулетиков. Возможностей у рулета очень много. Красиво преподнести его в коробочке. Рулетные коробки есть очень такие, презентабельные, с открытым верхом. Поэтому, пожалуйста, для меня рулет это вот находка, возможность. Это бюджетно. Бюджетно, быстро, вообще от слова совсем не заморочено. Удобно хранить в холодильнике, в морозилке. Накрутили, скатали и оставили. До востребования, да? Выравниваю шпатулкой, все хорошо. А кто-то обрезает краешки, я люблю обрезать в конце, можно уже прям по обрезанному, но у нас крем все равно будет выглядывать, и мне нравится сделать ровные края вот в самом конце. Я выкладываю сюда конфи малинки, оно прям сильно замороженное. Сейчас я по краю его слегка обрежу, наверное. Немножечко обрежу его по краю. Обрежу по краю. Что у нас там время еще есть, да? Чтобы мне успеть эфир сохранить. Очень хочется. Очень хочется, чтобы этот рулет приготовили. Очень хочется. Смотрите, я выкладываю прям вот не к самому краю, да? А чуть-чуть подальше. Чуть-чуть подальше, вот так я сделаю. Вот. И пусть он прям вот начнет как бы немножечко подтаивать. Потому что сейчас он замороженный, и я рулетик порву. Я вам порежу рулетик, который я приготовила. Покажу вам на срезе, как он выглядит. Здравствуйте. Пока у нас этот потает. И, соответственно, в конце мы его с вами завернем. Уберу пока. Сдвину немножечко.
Значит, смотрите, вот то, что мы отпекли, это такое вот зелененькое, красивенькое, классненькое. Остыл, сделали кремчик, закрутили, убрали. Повторюсь, что за раз можно приготовить 3 порции. Вот 3 торта вы за раз не приготовите, а 3 рулета в минималистичном декоре очень легко. Поэтому я вас приглашаю на курс по рулетам, который буду проводить с 5 декабря по 11 декабря, ровно неделю. 5 видов рулетов, все вкусные, доступные, понятные, с моим участием, с моей обратной связью. И я очень люблю, когда провожу интенсивы, не только давать, как приготовить, да, а, собственно, как продать, что с ними делать, как рассказать про них, да, как привлечь аудиторию, как показать их красоту, потому что сейчас продает сторис. Сейчас мы уже не пишем с вами такие посты. Я в пост могу выложить какую-то информацию, чтобы люди зашли и посмотрели, да, но я продаю в сторис. То есть моя жизнь, моя работа, все, что я делаю, выкладываю там. Мы даем вот эту крошку, вот эту красоту. Это же красиво. Испечь зеленый рулет. Все такие, блин, а что это такое, да? А я хочу попробовать. А если я скажу, что там 200 грамм шпината, а я могу сделать на кокосовом сахаре, да ко мне придут ппшники. Сторис – это неограниченная возможность показать и рассказать, презентовать себя и свой продукт. Как с девочками сейчас в наставничестве. У меня есть индивидуальная. С двумя. Они не показывали, не рассказывали. Мы начали. То есть мы даже еще линейку не меняли. Мы курс не запускали. Со мной будем курс делать. Начала проявляться. Сначала Наташа, у меня там люди. Ну, конечно, люди, потому что ты жива, ты шуршишь, ты показываешь, что ты делаешь. Соответственно, люди приходят, потому что они видят. Люди идут на энергию. Если энергии нет, если движения нету, нас искать никто не будет. Либо я есть, и люди идут, да, мне здесь все понятно, я хочу купить, я все вижу. Для меня вы прозрачны. Зеленая, порезала, крем, а что там, малина, завернула, вот, пожалуйста. Либо я такая сижу и жду. Вот сижу и жду, вообще не наша история. Поэтому не ждем, мы показываемся. Себя показываем, десерт показываем. Рулет сейчас порежу, покажу. Тарелку тут найти бы еще. Так. Тарелка. Где-то. Сейчас от нас даже, знаете, не требуется какая-то красивая инстаграмная обстановка, внешность. Сейчас есть маски, есть просто белая тарелка, вот просто с белыми краями. Пожалуйста, этого уже достаточно. Вот и для себя удовольствие, да, купить тарелочку, что-то положить. Ну и для инстаграма тоже возможность. Вот такой еще раз наш рулетик, покажу его вам. И порежу. Порежу. Обычно, знаете как, рулетик я режу либо на 8, либо на 12 кусочков. 12 это прям получается тоненько. Как порезать правильно рулет? Конечно, я снимаю вот этот весь декор, который есть сверху. Рулетик я режу вначале пополам, потом половинку еще пополам, потом еще пополам, чтобы у вас были ровные одинаковые кусочки. Вот. Давайте порежем. Ну, прям, может быть, не на все кусочки, да, потому что он подмороженный. Как я нарезаю нарезные пирожные, как делать красивую нарезку? У меня вот такой нож. Он прям уже очень старенький, вот такой прям уже старый. Но у него классная длина и хорошее лезвие, ширина. То есть этим ножом я делаю нарезку, нарезные пирожные у меня идут в рамки 24 на 24. И из 24 на 24 у меня получается 16 классных полноценных пирожных, которые я кладу в ящик, покажу, для хранения очень удобные. Смотрите, пластиковый ящик для хранения. Вот такой ящичек я покупала в Метро. Покупала давно, у меня таких ящиков 30. Потому что когда сотрудничаешь с бизнесом, конечно, вот эти емкости, они очень нужны. Накрываю крышечкой, все герметично. 16 пирожных из рамки вошли. Нарезаю я пирожные, так же как и рулет, вот таким ножом. Очень удобное лезвие. Лезвие каждый раз не видно что. Рулет или ящик, скажите, что не видно. Ага, рулет не видно, значит, да, если камеру. Так, сейчас я время гляну, девочки, чтобы мне не пропустить. У нас с вами есть еще 10 минут, и я сохраняю эфир.
Спасибо большое. Мне просто очень нравится моя работа. Я ее люблю, обожаю. Так, я так поняла, что ящик видели, рулет не видели. Смотрите, вот таким ножом я все нарезаю. Вот такой уже старенький, древненький, но не могу найти замену. Ну, как бы и не задавалась целью. Хорошая длина лезвия, хорошая ширина для пирожных. Вот как раз высота моего пирожного равна нарезного, если равна высоте вот этого ножа. Делаю нарезку. Вот наполовинку делю. Режу пирожные, режу рулеты, чтобы были красивые срезы замороженными. Это очень важно. Если замороженными, тогда срез у нас будет хороший. Смотрите, вот такой получается у нас, вот такая красота. То есть я не режу, когда рулетик у меня уже отошел, оттаял. Я режу его вот сейчас, в моменте. Постоял он прикомнатный, но пусть это будет 15 минут. Этого времени уже достаточно. И дальше я беру срез лезвия нашего, вытираю и продолжаю дальше резать. Я не режу, добрый день, спасибо. Я не режу грязным ножом, а режу чисто. Вот сейчас я оставлю вот эту красоту, чтобы у нас тут что-то было. Ну и сделаю такой большой кусочек. Повторюсь, что этот рулет очень любит в нашей семье, очень любит брат, любит мама. У меня брат и мама вообще десерты не кушают. Десерты у меня кушает ребенок. И прям вот если можно в прямом эфире, да, такое сказать, не знаю. Ну, я думаю, что мы все как бы родители. Она говорит, мам, пусть у него, говорит, так какается хорошо. То есть шпинат, он дает свою такую пользу. Ну, 200 грамм, да? 200 грамм шпината. Вот такой рулет у нас получается. Вот так. Ребятки, это очень вкусно. Это очень по-зимнему. И это полезно. Вот прям советую. Советую вам его приготовить. Так, давайте я вот это отставлю, уберу. И мы завернем рулетик. И на этом с вами закончим, чтобы успеть. Теплым. Нет, теплым мы вообще не заворачиваем. Он у нас обязательно должен остыть. Это прям обязательное условие. Холодный рулет. Обязательно. Еще раз. Вот то, что мы сделали, да? Макарон сможем дополнительно, можем в придачу. Можем как комплимент использовать. Я вообще обожаю макаронсы. Это мой съедобный декор и такая визитная карточка. Урок есть. Кому интересно, заходите. У меня достаточно вообще адекватные цены. И я люблю людей, люблю их учить. Разморозки, начинка не вытекает. Смотрите, если вы все правильно сделали, да, если вы соблюли пропорцию, например, в рецепте написано, я вам в рецепте сегодня дам, сколько должно быть конфи. 250 грамм малинового конфи у нас идет. На 250 грамм 7 грамм пектина я кладу. Ну и грамм 30 сахара должно быть. И в конце лимонный сок. Если вы все сделали правильно, то оно не должно течь. То есть у нас стабилизаторы для чего? Пектин, желатин, крахмал. Для того, собственно говоря, чтобы у нас все это схватилось. Ну смотрите, малинка у меня, конечно, еще такая прям наживная. Рулетик может порваться. Но у нас с вами заканчивается время. Поэтому я... не пожалею свой рулет, я его заверну, так как это есть. Меня зовут Наталья Хмелева. Сейчас я оставлю ссылочку. Давайте я ссылочку оставлю на свой аккаунт, девочки уже писали. Хмелева Наталья меня зовут. Опубликовать. Это мой аккаунт, можно, пожалуйста, присоединяться. Много бесплатного, много полезного, много того, что уже прям вот можно брать и пользоваться и по бизнесу, и по каким-то советам, и по рецептам. В общем, я открыта и приглашаю вас на интенсив по рулетам, все обсудим. За что я люблю интенсивы, девочки, да? За то, что на интенсиве мы не только про то, как готовить-приготовить, ну и, собственно, про то, как это все продать. С
Смотрите, я заворачиваю пергаментом, то есть я начинаю с самого конца и начинаю вот прям брать и подкручивать. Повторюсь, что малинка еще, конечно, у меня такая подмороженная, но я все равно заверну рулет. Если у вас рулетик порвался, ну вдруг, да, ну такое бывает, пожалуйста. А что мы делаем? У нас всегда есть верхний крем-декор. Мы взяли кремушек и нанесли кремушек. Есть такая плоская насадка, я думаю, что вы все про нее знаете, вы все ее видели. А небольшое количество крема, 150 грамм, можно просто вот выгодно распределить по поверхности. Все. Если у вас все классно получилось, вы завернули, а если вы правильно отпекли, соблюдали рецепт, то у вас не должно не получиться, а должно получиться, да? То мы просто сверху покрываем гелем. Вот такой рулетик у нас получается с вами, зелененький. Я его формую вот таким образом. И отправляю в морозилку. Все, он у меня морозится. Я срезаю краешки и просто его декорирую. Вот готовый наш такой вариант. Вот такой красоты. То же самое вы можете сделать, девочки. Очень просто, очень-очень. Тыквенный рулет, да, на основе морковного готовим. Свекольный попробуйте с клюквой. Это прям вот бомба. То есть те же самые вкусы, которые, например, вот я из Волгограда, да, мы уже ушли от манго-маракуйи, это очень дорого стоит, там сибирь очень большой получается. Поэтому мы берем то, что у нас растет, то, что можем приспособить. Тыкву все любят. Если в тыкву добавить немного пряностей, немножечко цедра, она по-другому заиграет. Если в вишне мы добавим корицу, ну это просто отвал башки. Вот попробуйте, вишня очень дружит с корицей. Давайте я сейчас быстренько полистаю тыквенный, да. Спасибо большое, пожалуйста. Трам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так. Приглашаю вас на мой интенсив. Информацию дам, очень жду, дам пользу на высшем уровне. Благодарю, приятно, спасибо. Подписаться, написала, как подписаться. После разморозки все хорошо с ним. После интенсива я даю свой сертификат. Сертификат о том, что вы принимали участие. Это дает возможность вам дальше со мной принимать участие в следующих марафонах и получать бонус. Давайте сегодня вам, вы такие любвеобильные, столько от вас энергии, сделаю бонус на крем. Сейчас, доченька, сделаю бонус на крем. Да, на крем. У меня есть сборник кремов, 16 видов декор, прослойка, выравнивание, 16 видов. Он стоит 1500, сегодня 900. 900 рублей на крем. Ну вот я плохой не продаю, не буду рекламировать, я не очень люблю вот это, знаете, цыганщину, да, но приглашаю, сохраняю, я рядышком на связи, рецепт я вам дам, на интенсив жду, за кремами тоже, свой блог тоже, все, благодарю, пока!